учитывая пожелания жителей города, выраженных в письме администрации в наш адрес, управляющая компания «Титановые долины» пошла навстречу. И несмотря на то, что земля еще не оттаяла, грунты мерзлые, начала мероприятие по благоустройству. Поскольку существует потребность привести в порядок, в первую очередь, улицы центральные, там, где будут проводиться мероприятия, посвященные 1 мая и Дню Победы, поэтому первый этап благоустройства включает в себя асфальтирование вот этого пятака, так называемого, перекресток Энгельса, Кадлалинберга, Паркова. И в черновом варианте, повторюсь, в черновом варианте благоустройства всех тротуарных повреждений, которые были допущены при прокладке газопровода вдоль улицы Паркова. Это напротив парка имени Гагарина, дом книги, Сабурова и кафе «Велина». Кафе «Велина», там у нас вторая проходная на ВСМПО, и вот в районе этого участка тоже будет проведено благоустройство. То есть будет планировка, очистим от грязи, отсыпем щебни. Ну и на этом первый этап утром будет, уплотним, чтобы щебень был нормально укатанный. И окончательное благоустройство там проведем после того, как уже грунт окончательно просядет.